И в завершение выпуска. В Шымкенте впервые после пандемии соревновались танцоры на колясках. Конкурсанты признаются, за это время успели соскучиться по сцене. Из-за карантинных ограничений все турниры отменили, но тренироваться и повышать мастерство они продолжали. Танцоры уверены, ограничения есть только в голове, а счастливым можно быть в любом состоянии. По паркету сегодня скользили 60 участников, как новички, так и титулованные спортсмены. Танцы на колясках для нас – это хобби, спорт, любимое наше занятие. Это наше лекарство от всех проблем в жизни. Сейчас танцы – это, так сказать, свежий воздух. То есть я не могу сказать, что я живу танцем. У меня много других увлечений, но тренировки я не пропускаю. Я занималась одно время из бумаги, оригами. Потом я пыталась рисовать. Одно время меня пытались научить петь. Ну, как бы все такое творческое. Сейчас, допустим, я собаковод.